Вот вам я вам даю бюллетень, вам даю ручку. И за то, что я вам дала бюллетень, распишитесь, пожалуйста, там. Все, снимай. И сказали, что ну, да, да, вот там все меня так не проверили, потом что не ехать первым. Итак. Что назвать? Ага. Ура, еще даже. Ой, да пока все, что делает власть. Во главе с Путиным все помогает. В общем-то, вы знаете, какая еще страна может дать возможность людям не работать, чтобы сохранить свое здоровье? Такого вообще нигде нет. Ну, конечно, хотелось бы верить в светлое будущее, в защищенность наших детей, что мы придем, наконец-таки, к стабильности. Ну да, это важно. Будущее России все-таки как-никак. 406-88. После 2 часов. Да. Люди могут прийти на участок на открытом воздухе, тем самым имеют меньше шансов для заражения новой коронавирусной инфекцией. В целях безопасности на избирательном участке людям голосующим выдаются маски, перчатка, ручка одноразовая и антисептическое средство. Во-первых, нельзя. Во-вторых,